Добрый день. Глянул тут новогоднее обращение президента, которое выложили в Ютубе. Но глянул я его поздно, да, там в районе начала пятого. Но что порадовало, что дизлайков было там в районе 10 тысяч, лайков в районе 1500, а комментариев, ну я не знаю, сколько я там посмотрел, ни одного положительного не увидел. Так что, собственно, порадуйтесь 146% поддержкой президента и его политики, да, но помимо всего прочего, еще посмотрел там от Юрия Гиммельфарма видео про это, и оказывается, в тот момент, когда он смотрел, там было в районе 55 тысяч дизлайков. То есть я так понимаю, что он там пораньше меня посмотрел, я попозже, да. Так вот, смотрите, эти олигархи настолько жадные, что они, видимо, отменили ночную смену кремлеботов, и за ночь люди накидали столько комментов и так далее, да, поэтому успейте посмотреть это видео, ну, а точнее, не то, что видео, а количество дизлайков и какие там комменты пишут, и помните о том, что вместе мы сможем мирные законы отстаивать свои права, да. Ну, а в комментах просто пишите, в какое время смотрели это обращение, если смотрели. Его же не обязательно смотреть целиком, а просто достаточно отследить тот момент, время просмотра, количество лайков, количество дизлайков. Ну, и если вы найдете хоть один положительный комментарий, прошу вас, напишите на моем канале. Это будет очень интересно, потому что я не смог найти ни одного положительного канала со 146% поддержкой. Не будем ругаться, как это. Так что хорошо входим в Новый год. Так что всего хорошего. Подписывайтесь.